Установка Windows 95 на современный компьютер. Часть третья. Windows 95! 95! 95! Ретро! Ретро-ПК! Windows 95! Установка! Установка 95-й Windows! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня с вами Зет Смарт, и в этом видео мы рассмотрим установка нашей ностальгической операционной системы Windows 95. Мы будем ставить его, именно его, на свой старый ретро-ПК, который я собрал. И давайте попробуем его установить, ведь очень сильно хочется опробовать эту старую, любимую. Попробуем запустить, добраться до рабочего стола и посмотреть, чем интересен так 95-я винда. Что в нем такого? Вернемся в прошлое. Именно с этой самой операционной системы. Так хочется узнать эпоху старых операционных систем. Ведь это ностальгия, ретро, ретро-операционная система. Для того, чтобы установить вам операционную систему, одного диска недостаточно. Вам придется еще использовать флоппи-диск. Флоппи-диск и флоппи-дисковод. Без него вы не сможете установить операционную систему, потому что здесь необходимость в флоппи-дисководе обязательно нужна. Давайте откроем, и вот у нас флоппи-дисковод. У меня обычный USB флоппи-дисковод, можно использовать внутренний флоппи-дисковод, который вам достаточно. USB флоппи-дисковод тоже сгодится. И вот наш MS-DOS, всеми любимый MS-DOS 6.22. Именно этот DOS будем загружать и будем наш диск форматировать с помощью MS-DOS. Загрузим MS-DOS. И после всего этого мы установим наш Windows 95. Ох, как ностальгия берет именно видеть эту дискету, а также 95-ю винду. А устанавливать мы будем его на древний компьютер. На древний как компьютер, как мамонт. Вымерший мамонт. Именно этот компьютер будет использоваться для операционной системы 95-й винды. Ностальгия, друзья. Это ностальгия. 95-я винда. Мы должны его установить-то. Что ты делаешь, Есет Смарт? Почему ты устанавливаешь Windows XP? Хотя нет, друзья. Я это делаю для того, чтобы сделать неразмеченным пространством весь жесткий диск. Ведь сейчас там стоят установлены разделы. А на эти самые разделы невозможно установить. Поэтому у меня здесь сейчас MS-DOS стоит. И давайте мы его просто удалим, этот раздел, и сделаем просто неразмеченное пространство. Ведь мы не сможем создать загрузочный носитель MS-DOS 6.22. Да, удалить раздел, вот, и нажимаем клавишу L. После всего этого у нас неразмеченное пространство. И на это неразмеченное пространство можно создать именно наш загрузочный MS-DOS. MS-DOS 6.22. А теперь перезагружаемся и пробуем запуститься с нашего флоппи-дискеты и флоппи-дисковода, который у нас подключен. Как же это все ностальгически. А теперь тот самый момент, друзья, когда мы подкрутим наш MS-DOS и попробуем создать загрузочный носитель с MS-DOS, а также загрузиться с этого самого MS-DOS, размечить наш жесткий диск. Наверное, вы это не знаете, а мы это сейчас испробуем. Наш MS-DOS, подключаем наш MS-DOS дискету в наш флоппи-дисковод. Давайте воткнем его туда, включим наш системный блок. И вот наш компьютер запускается. Я подключил его по PS2 и клавиатуру, и мышку, чтобы никаких проблем не возникало. А теперь ждем запуска нашего MS-DOS. Логотип BioStar. А теперь давай, загрузись только. У нас оперативной памяти 512 мегабайтов и 40 гигабайтов жесткого диска. Надеюсь, это не сыграет какую-либо злую шутку, и наша операционная система все отработает на ура. Наш флоппи-дисковод заработал, слышен шум, значит стартинг MS-DOS. Уау, друзья, наш MS-DOS запускается, что ты дальше покажешь? Должен подгрузить драйвера, все у нас по IDE подкручено, давай, только запустись.
Мы так ждем запуска MS-DOS. Все-таки долговать. О, банана, девайс name банана. Наша командная строка запустилась. Буква А — это наш флоппи дисковод и наша дискета. Теперь нам нужно ввести команду fdisk. Fdisk. И нажимаем просто Enter. Происходит запуск нашего fdiska. Теперь нам нужно создать именно create DOS partition. Нажимаем однерку цифру. Здесь уже однерка есть. Нажимаем Enter. Теперь повторно однерка. Create primary DOS partition. Enter. Current fix disk drive. Теперь ждем какое-то время. Нажимаем Enter. Ну, вот. Теперь здесь у нас появилась поддержка нашего partition active. Нажимаем Y. То есть соглашаемся. Просто нажимаем Enter. Нажал клавишу Enter. Ждем какое-то время. Еще раз нажать Enter. Не отработал? Нет, отработал. Теперь он требует перезагрузки. Но перед перезагрузкой нам нужно ведь подключить наш диск. Потому что этот диск необходим нам, чтобы он считал этот диск. Теперь этот диск подключаем в наш дисковод. Открываем наш дисковод. Подключаем наш диск. Теперь закрываем наш дисковод. И после всего этого нажимаем любую клавишу Enter. Наш компьютер перезагружается. Момент истины. Сейчас повторно запускаемся с нашей DOS-дискеты. Не с диска, а с DOS-дискеты. Флоппи дискета, ты должна первым загрузиться. Но он не загружается. Что не так? Почему? Ведь мы диск вставили, а зря. Надо было первым в приоритете загрузиться с дискеты. Моя ошибка. Горячая клавиша отвечает F9. Именно клавиша F9 отвечает за запуск бут-меню. Я нажал F9, и у нас лодим бут-меню. С помощью бут-меню мы быстрее запустим наш флоппи дискету. Вот у нас USB FDD. Выбираем его, и у нас сейчас должно запуститься с нашей флоппи дискеты. А там уже MS-DOS загрузится. Давай загружайся. Ждем какое-то время. Это ведь старая операционная система. Поэтому наберитесь, друзья, терпения. Потому что терпение здесь нужно, ну, просто колоссальное. Мы запустили повторно DOS. Теперь нажимаем команду формат C, двоеточие, пробел, слэш, S. Нажимаем Enter. Происходит форматирование нашего диска. Ждем какое-то время, пока произойдет форматирование. Так, warning all data, но он removal disk. Так, Y, Enter, происходит форматирование. Форматирование произошло. Теперь volume label, нажимаем просто Enter на клавиатуре. Наш раздел создан. И после всего этого давайте теперь введем команду. Введем команду R, это наш диск, то есть наш дисковод, где у нас наш диск установлен. R, двоеточие, Enter. Мы попали в каталог R, давайте нажмем команду dir и нажмем Enter. Вот наша директория, здесь есть setup exe. Именно этот setup exe отвечает за установку Windows 95. Давайте введем и посмотрим, запустится ли наш setup. Enter. И... Вау, друзья! Неужели мы до этого момента добрались? Ведь мы не могли добраться до установки Windows 95. А здесь у нас все это получилось. Теперь нам нужно нажать клавишу Enter или Escape для отмены установки. Давайте нажмем Enter и увидим наш 95-й Windows. Ведь сильно хочется узнать нашу 95-ю Windows и его установку. Нажимаем клавишу Enter. И вот он, истинный момент. Enter. И происходит уже наша установка сейчас. Идет подготовка к установке, идет копирование файлов. Необходимые файлы. Вау, друзья! Супер! Супер, 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 супер! Итак, нажимаем «Добро пожаловать в программу установки Windows 95». Поздравляем вас с удачным выбором. Да, это действительно удачный выбор. Windows 95 новейшая. Да, действительно новейшая. Самая удобная и простая в обращении система, превращающая компьютер в чуткий и послушный инструмент в руках пользователя. Ух ты, как говорит. Процедура установки займет от 30 до 60 минут.
В зависимости от быстродействия компьютера, нажмите кнопку «Продолжить». Быстродействие у него хорошее. Нажимаем просто «Продолжить». Вау! Идет подготовка к запуску мастера, выполняющего установку Windows 95. Так, лицензионное соглашение. Посмотрите сюда. Это у нас локальная сеть, да? Это кабель такой локальной сети. Здесь у нас диск. Вот такой вот диск. Здесь у нас клавиатура. Такая клавиатура. А снизу? Снизу здесь что? Здесь непонятно что. А, здесь мышка. Да, это мышка. Теперь давайте нажмем лицензионное соглашение. Если хотите, можете прочитать полностью, что здесь у нас написано. Так, принимаем условия лицензионного соглашения. Нажимаем «Да». Добро пожаловать! Мастер установки Windows 95... Выполнить все действия, необходимые для установки системы на компьютер. Для начала нажмите кнопку «Далее», нажимаем «Далее», «Сбор сведений». Так, можем другой каталог выбрать, а мы выбираем C-Windows, нажимаем «Далее». Идет поиск установленных компонентов. Здесь мы можем выбрать обычная установка, портативная, минимальная или выборочная. Какую же из них нам выбрать? Конечно же обычную. Мы обычный пользователь, нам обычная установка нужна. Так, теперь нам нужно сведения пользователя ввести, имя и организация. Так, нам нужно раскладку клавиатуры переключить с помощью двух клавиш Shift. Сейчас все на русском, а мы не хотим на русском, мы хотим на английском вводить. Для этого нам понадобится сменить раскладку клавиатуры. Он сменяется с помощью двух Shift. Вот Shift и вот Shift. Раз, нажал. Сменился, действительно сменился. Теперь давайте введем имя пользователя. Я введу админ. И организация. Организацию вводить не будем. Это имя организации именно в свойствах будет отображаться. Нажимаем «Далее». Так, какое-то время думает. Анализ конфигурации. Программа установки проведет анализ конфигурации компьютера, если компьютер оборудование. Так, сетевая плата у нас есть. Звуковая миди-плата. Скорее всего, дров он все равно не найдет, поэтому не будем отмечать. Дрова здесь на него нету. Нажимаем «Далее». Так, идет определение конфигурации компьютера. Замечание. Процесс диагностики может занять несколько минут. Если диск компьютера слишком долго не подает признаков жизни, выключите компьютер, клавиши Ctrl-Alt-Delete недостаточно. Затем снова включите его и повторите установку в режиме продолжения. Как он хорошо объясняет нам, да, 95-я винда. Говорит, что если какая-либо проблема с зависом происходит, значит вам нужно его выключить. Идет анализ конфигурации. Посмотрите, как у нас выглядит старый компьютер. Здесь у нас дискеты и диск. И здесь также маркер у нас есть. Как это все четко сделано, да? 95-я винда, ты в моем сердце. Посмотрите, как это все очень-очень оригинально выглядит. Если я сейчас это все уберу вниз, то вот так у нас выглядит 95-я винда. Неужели не ностальгируем, да? Моя душа ностальгирует, друзья. Я весь в ностальгии. Ведь сейчас устанавливается 95-я винда. Я даже не знаю, что делать, друзья. Это просто... Ай, нога. Это просто шикарно, друзья. Это просто шикарно. 95-я винда. Не передать словами, как это круто. А теперь у нас установить типичный набор рекомендуется, произвести выбор нужных компонентов из списка. Пусть типичный набор стоит, галочку на него поставим, нажимаем просто «Далее». Так, параметры компьютера. Установка будет произведена в следующей конфигурации. Интерфейс, компьютер, монитор, мышь, раскладка клавиатуры, язык, нажимаем просто «Далее». Создать системный диск рекомендуется, нажимаем просто «Далее». Так, копирование файлов Windows на компьютер, «Далее». И вот у нас происходит копирование наших файлов, друзья, для системного диска. Пометьте диск как системный диск Windows 95 и ставьте его в устройство А. Внимание, все имеющие на диске файлы будут удалены. Продолжение окей. О нет, у меня никакого диска, ё-моё! Какие же еще дополнительные файлы? Просто нажмем окей. Откуда ты берешь этот системный? У меня флоппи дисковод. На флоппи дискеты он будет считывать, наверное. Копирование файла для системного диска. Да, скорее всего он с флоппи дискеты сейчас что-то устанавливает. Но у меня больше никаких дискет нету. Копирование файла для системного диска. Хорошо, я флоппик не убрал. С него, скорее всего, какие-либо файлы он копирует. Что-то он затребовал. Мне не понравилось, что он затребовал. Ладно, пусть копирует. Будем ожидать конца этой операции. Дискета у нас разрывается. Слышен его шум. Копирование подходит к концу. 98%. А дальше что покажет? 99% с нашей дискеты считывает. Создание системного диска завершено. Удалите диск из устройства и нажмите ОК.
Давайте нажмем ОК. Так, добро пожаловать! Вау, лампочка здесь горит, друзья! Это 95-я винда! Новые возможности! Идет копирование каких-то файлов! И скорость, и надежность! Совершенственный Windows 95, час досуга! Посмотрите, как это все выглядит! Возможности для всех! Это просто ностальгия, друзья! Вот эти, только смотря на эти картинки, можно просто радоваться, как это выглядит! Это ведь старая операционная система, друзья. Microsoft Network, MSN. The Microsoft Network. 82%, 84%. Здесь проценты у нас бегут. И вот у нас наш монитор с телефоном. А также зарегистрируйтесь, говорит. Не теряйте времени. Лучший и самый быстрый способ ознакомления с Windows 95. Так, 99% копирования идет. Так, теперь перезагрузка компьютера и завершение установки. Давайте перезагрузим наш компьютер. Нажимаем «Готово». Так, гибкий диск, его необходимо извлечь. Нажмите кнопку «ОК» и приведет перед... Так, уберем наш гибкий диск. Он уже видит, что у нас есть гибкий диск. Вот я гибкий диск убрал. Теперь нажимаю «ОК». «ОК». И у нас происходит перезагрузка. Вау, что дальше будет? Теперь самое главное, запуск произошел, чтобы у нас... Ведь мы... Эту старую, любимую 95-ю винду хотим так, с такой душой поставить, друзья. Я его просто мечтаю сейчас увидеть, что будет дальше. Как он запустит. Так, стартинг Windows 95. Вот он момент истины. Итак. Ну, черный экран дальше. Инициализация устройств iOS. Ошибка защиты Windows. Необходимо перезагрузить компьютер. Какая защита? Ё-моё, откуда это? При инициализации устройств iOS ошибка защиты Windows. Какая защита? Перезапустить, необходимо перезагрузить компьютер. Черт возьми, флопик, давайте флопик уберем. Может, он виной всему. Флопик убрал, перезагружаем компьютер. После перезагрузки посмотрим, какая защита, ёкарни. Повторный запуск. А, я думал, мы установим Windows, но никак он не идет-то, ёкарни. Да что с тобой? 95-я вина, мы так сильно уже готовы были к запуску. Но почему? Теперь что? Вау! Нормальный режим, нормальный, нормальный. Нормальный режим запускай. Ну запусти в нормальном режиме. При инициализации устройства iOS ошибка защиты Windows. Необходимо перезапустить компьютер. Давайте попробуем в безопасном режиме. Только что он вывел это сейф мод. Может быть, в сейф моде запустим? Ну, хоть как-то ты запустись. Давайте выберем сейф мод. То есть, безопасный режим. Может быть, в безопасном режиме ты запустишь? Вот это да, Microsoft Windows 95. Хотя бы в режиме безопасного режима ты запустись. Потому что я уже хочу тебя увидеть. Вот это да, друзья. 95-я винда. Дотронулись мы до тебя хоть немножко. Дотронулись. 95-я винда Microsoft. Посмотрите, какой логотип. Это просто на этот логотип смотреть уже можно. И очень приятно видеть эту 95-ю винду. Давай только запустись. Microsoft, давай запускайся. 95-я винда, не зависай, только загрузись. Я буду ждать. Я буду ждать до последнего, пока ты запустишься. Я буду сидеть и ждать. Наблюдать, как запускается эта 95-я винда. И вот он, первый запуск. Крякозябры, а дальше? А чё крякозябры-то? Ну ты должен был запуститься. Или он так должен быть? Я буду еще ждать. Пусть эти крякозябры пусть и будут, но я буду ждать, пока запустится среда операционной системы. Что-то наша операционная система никак не стартанула. В чем дело? Давайте повторно перезагрузим наш ПК и попробуем выбрать другой режим. Но почему-то он никак не стартует. В чем дело? Какие же у нас еще пункты есть? Сейф мод есть, логот, нормал, логот. Так, теперь выберем step, boost, step configuration. Давайте этот выберем пункт. Enter, Y. Ничего не грузится, ладно. Y никак. Ничего не грузится, не работает. Ничего не помогает, друзья, никак. Даже в безопасном режиме ничего не грузится. Наша винда просто не грузится. В чем дело? Этот старый компьютер не настолько старый, чтобы запустить эту Windows 95? В чем дело, а?
Что с тобой не так, а? Мы ведь все правильно сделали, я все правильно запустил. У меня все удачно шло. Я видел запуск установки Windows, но до конца мы его не установили. Мы не добрались до рабочего стола. Ничего не получилось, и мы на этот старый компьютер на древний хлам мы так и не смогли установить эту Windows 95. Как жаль с тобой, что мы с тобой прощаемся, но в этот раз у нас ничего не вышло. Почему так? Почему не грузится наша 95-я винда? Что не так пошло? Какая ошибка? Что мешает запуску? Все ведь было без проблем, все запускалось. Почему ты не грузишься? Что тебе мешает? Может быть, проблема с видеокартой? Может быть, отдельно дискретная видеокарта он не понимает? Может быть, проблема в другом? Может быть, еще где-то проблема дальше лежит? Я уже даже сам не знаю, друзья, как мне теперь эту 95-ю винду поставить? Это ведь старый ностальгический компьютер, но в нем запуск никак не идет. Никак. Не знаю, что с этим делать. Блин. Ты мой друг, подпишись и на лайки не скупись. Я сниму еще видос, если вам понравилось.